как пальцы руки единой, все слиты в одном движении, и к цели одной стремятся, не страшны никакие напасти. И если готова супруга с мужем делить все печали, то верность ее и забота поддержат его в испытаниях. Сита, как много лет прошло в изгнании, а мне каждую ночь снится дом, родные, мамы. Сагори, примирись с Волей, уже скоро мы вернемся. Да, ведь отец послал нас сюда не навек, а всего лишь на 14 лет. Сита, дорогая, как тяжко было бы без тебя, как тяжко. Я же здесь, рядом. Никогда не покину тебя. Так, посмотри, как ты красива. Да-да. Сита! Да, Лакшма. Да-да-да-да, брат. Вдвоем мы его выследим. Так. Подожди. Хотя нет. Лучше я пойду один, а ты оставайся с Ситой и не отходи от нее ни на шаг. Ни на минуту, понял? Ложь, я побежал. Сейчас, брат принесет его сюда. А у меня что-то неспокойно на сердце. Не случилось бы.